Сложно сказать, рекомендую или нет я этот миндаль с медом и солью, так как они все-таки довольно-таки дорогие, но вкусные, хрустящие, слегка липкие. Состав практически идеален, производится в Германии, вес менее 100 граммов, то есть 80 упаковка. Бумажная, довольно плотно, закрывается повторно, если необходимо. В продаже встречал в нескольких магазинах города. Могу с уверенностью сказать, что они очень сытные, питательные, легко добавлять к йогурту без вкуса или чаем, или ими украсить что-нибудь. Цвет бронзовый, равномерный, с кусочками соли. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ждите новые обзоры, более интересные обо всем на свете. Конечно, ставьте лайки или дизлайки. Мне любое внимание интересно.